же мне надоела бесконечная ходьба. А мне твое нытье! А ну, угомонись уже! Отвали. Послушай, ты наследник престола или кто? Конечно, наследник. Такое не забудешь. А что? Я не говорю, что ты забыл это. Я напоминаю. Тяжелые времена не у тебя одного. Мы все сейчас на взводе. Мы Амицитии, верные щиты короля. Мы готовы жертвовать собой. Ради короля, и так было всегда. Я знаю, в чем состоит мой долг. И горжусь этим. Если вдруг ты не можешь сосредоточиться, это делаю я. Не мешай мне. Ладно. Извини, но я должен был все это сказать. Далеко, лучше один не убегай. Слушай, Гладио, твой отец... Я благодарен ему. Он просто выполняет свой долг. А это же твой телефон, да? Игнис. Ты жив? Хорошо. Слушай, тут имперцы. Связь пропала. Но, похоже, к нам в гости идут имперцы. Скоро тут станет еще жарче. Наконец-то мы дошли. Я знаю. Издеваешься.
сам знаю. Thank you.
внимательнее. Еще живы? Пока еще живы. Хотя нам и досталось. Значит, все кончено? Что? Что на этот раз? Что он делает? Он разогревается! Вспомнил, что так и не представился как следует. Ардин из Уния! Это я, имперский канцлер из Унии. Вашим услугам! И что еще важнее, готов помочь! Я гарантирую вам безопасный проезд. Но вы, конечно, можете попытаться и сами. Или, может, останетесь тут. Убирать здесь не вариант, Нокт. Выбор сделан за нас. Я знаю.